А мы можем уже друг друга убить? Че? Мне понравилось, как он клонировал себя, появился второй версии. Что происходит? Почему он умирает, но нет? Так, чисто вот, сжечь пацана, чтобы не втыкал. Еще сжечь пацана, чтобы не втыкал. Еще сжечь всех, чтобы не втыкали. А, все? Они больше не играют с нами? Прикол. Ах, надышал, навонял. Хорош. Минус один, я должен кому-то прокачку. Я кому-то прокачку должен. Тебе, что ли? Я не согласен с такими. Распилите меня, пожалуйста, убейте меня. Нет, я не хочу таким жить. Я не хочу. Ну не хочу я. Это мое личное мнение. Я сейчас буду 2 очка кому-то должен, судя по всему. Ребята, я держусь на чем? На добром слове держусь. Он размножает фиолетовых клонов, смотри. Посмотри, сколько их здесь. А я могу прокачаться? Не, не могу. Смотри, он агрессирует. Прикинь, прикол. Смотри, смотри, прикол. Сейчас уничтожу просто дурачка. Ай, наконец-то. И все, и начинаем играть сразу. Хорош. Молодцы, ребята. Я такое уважаю. Я люблю, знаешь, чтобы никто не мешал, там, не фанил на заднем плане. Вот что это? Такого не должно существовать в природе. Пилим, пилим, пилим. Сейчас начнется заруба. Пилим. Без меня начнется. Ну давай распилим. Я не знаю, что тебе надо оно. Не надо тебе оно. Я хочу быть должен кому-то денег. Ладно, хер с ним. Один минус. Второй минус. Сколько у меня долгов там уже? На какую сумму? Не, я отправляюсь в бой. Меня ничего не светит в этой игре. Походу совсем. Ты посмотри, он летит на меня. На. Вдарил. Я умею рыгать. И жени тут все агрессивные, да? Злые. Согласись вообще. Ужасные люди. Ну тут, сука, пинг. Пинг он такой. Тут неприятный, конечно. Молодой. Не надо. Дядя, дядя, я не хотел этого делать. Но приходится. Ты вынуждаешь меня на такие действия некрасивые. Вот как это произошло, блядь? Отдайте мое крыло валькирии, пожалуйста. Блядь, подбирай. Я не специально. Я не специально, нет. Все, меня не трогаем. Я не виноват. Не, ребят, мы никуда не пройдем такими темпами. Все, просто анскилище. Анскилище в клон-дронах происходит сейчас полное. Сколько я должен? Минус 2 уже. Кредит растет, парилка, так сказать, горилка. Ай, убейте меня, ноу! Я не хочу быть одноногим бандитом. Буду единственным одноногим бандитом на этой планете. Тут, кстати, стрелы, а у меня нет отражения от стрел. И это проблема. Я считаю, это рестарт, ребят. Я считаю, это рестарт. Ладно, работаем. А-а-а! На! Ну, это рестарт, я говорю. А, так вот как они рубятся, смотри. Вот так они рубятся! Надо просто чуть раньше рассчитывать. Смотри, они будут рубиться. Твои глаза водиться. Это моментальное клонирование, это вообще имба, я считаю. По совместительству. Прощай, блин, битбоксян. Битбоксян, прощай. Как не вовремя телепортировало меня просто в меч. Раз я не в кредитах, что бы мне прокачать? Что полезное? Ну, я думаю, к огненному дыханию надо идти. Надо хотя бы, пока кредиты не появились, успеть его прокачать. Да успокойся ты, блин. Блин, Фокс. Успокой, пожалуйста, охлади. Оп. Оп! Я сказал оп. Я сказал оп. Ай. 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 Не на. Не надо пожа. Пожа не на. Че, будем сражаться с тобой? Прямо сейчас, прямо здесь, вот все порешим. Вот прямо здесь все решится. Сейчас у нас что ли все решится, прямо здесь. А! Хуйца! Сосна! Сосна хуйца, понял? Сосна хуйца. Иди там, бачи, и пили вот этих. Нам нужно их распилить, чтобы я потом тебя безнаказанно убил, понимаешь? Поэтому давай его убьем, а потом так... Оп! Бля! А, убил! Убил все-таки! Хорошо. Как же быстро он клонируется. Нет! Ню! А где все? Тут только что был этот человек. Почему никто не играет? Ни у кого нет очков, у всех кредиты. Смотри, он просто их крутит. Ну давай смотреть на эту картину. А он не думает их убивать там? Не, пока что этот процесс слабо проходит. О! Это уже прогресс. Я помогу ему. Да не меня!
Во, молоток. Не надо таким заниматься, это некрасиво. Это не культурно. А мне опять в бой отправляться, серьезно? Я должен, я в кредитах. А вот так вот. А вот так вот, как сейчас. Наплыл и сгорел. Наплыл и сгорел, ничего не знаю. Ничего знать не хочу, просто наплыл и сгорел. Да не надо. Да забудь, да забудь. Да забудь про это. Не надо оно тебе. Тебе оно не надо, у тебя не получается. У тебя плохо с этим все дело. А дела плохо обстоят с этим. Забудь. Забей и забудь. Просто отпусти и забудь это, пожалуйста, забей. Да не надо думать, не фокусируйся. Вообще желательно не думать. Чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Поэтому не надо тебе такое. Это умственная активность слишком сложна для тебя. Тебе оно не надо. Тебе оно не по силам абсолютно совершенно совсем. Оп. Для профилактики. Охлади Тархун! Тархун, охлади Тархун! Please come back, Латер. Латер, please come back. Все хорошо. Минус, минус этот супостат. Давай я один пойду разбираться. На разборке. Не надо. Хорошо. Проникновение. Еще. Красиво. Замечательно. Просто, просто офигенно. Сука, до сих пор в кредитах вишу. Я вроде живой. Мы вроде все живы. Это единственное, это вот первый раунд, когда все дожили до старта игры. Так, у меня теперь нет кредитов, я в ноль вышел, да? Охренеть, работаю бесплатно, без зарплаты. Началось, бляха, началось, бляха, началось, бляха, началось, бляха. Да отста, да успокойся, охлади дыхалку, сука. Дихлофон твой выключи. Жить мужчине надо, жить. Все, ногу вторую прибандохали. А потому что мне махают они, сука. Не видят, матч начинается через секунду. Они махают. Недостаточно скоро. Я так понял. А. Он не знает, как туда попасть. Или или он не хочет туда. Это было эпично. Ты прям воткнулся, вонзился в битву. Один противник. Один. Просто ударил. Молодец. Красавчик. Пусть он будет инвалидом. Все, хорош. Хорош. А что с ним? Кивету, ты что натворил? Ну вот, смотрите. Смотрите, как он сейчас рассыпется на молекулы. Это ему повезло. Сейчас его спайдер-трон подхернет. Что происходит? Почему все умирают? Во! Я ж сказал. Я ж сказал. Пришло время показать, как надо. Как надо ебашить эти левела ваши. Проходить их, собственно. Куда ты спрятался? Куда? Ну что это? Он же сейчас разрубит меня, прикинь еще. Просто убежал. Просто убежал. А я здесь на мосту. Опасный, да? А я умею вот так, прикинь, не ждал. Такой не ждал. Начинаем, начинаем. Жить, 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 жить. Первые секунды просто выжить. Просто выжить в лифте. Как выжить в лифте с такими пацанами агрессивными? Они это, ключи в кулаке сжимают. Ну, блядь, меня прям просто бомба, сука. Прям я там слаб. Так, мы начинаем. Никого не утрогать. Прыть. Вот ты чертила! Задницу кому-то спалить хочу. Главное очко не потерять в процессе. Хотел сказать, но потерял его. Да как так-то? Ну я же пилинговал. Ну я же чипчелил. Ну я же... Навонял! Навонял! Хорошо, навонял, приятно. Не убиваем друг друга, это некрасиво, я считаю. Этих можно. Этих ребятишек можно. Да чё он пристал ко мне? Чё ему надо, спроси? Нечестности! Чё там, блядь? Нас. Бля, челлендж. Дойти до 50-го. Не покупая Team Reviews. Услышали все? Не покупаем Team Reviews, возрождение команды, без этого. А я стримлю. А ты знал? Что, брать, что ли? Да, представляешь? Охренеть. Но спасибо за шведский стол. Я, блин, Фокс, я такой, да. Я придумал тебе кличку Деда, и теперь тебя все называют Дедом, да. Я пишу самые черные комментарии на самом черном юморе. А еще у меня глаза светятся. Ты жопу не показывай, слышь, мы не в Инстаграме. Он издевается над ним. Он не хочет его убивать. Он тыкает в него мечом. Вот так новые роботы появляются, ребята, а вы спрашивали. Я знаю, что сейчас происходит. Я назову своего сына Кальян. Хороше. Просто, просто уработаю сейчас. Просто уработаю пацанов. Ни шанса не оставлю ребятам. Просто... Включил режим буста. Давай, улетел, полетел. Я за ним. Где он?
На, на. Че, думаешь, плохо работаю по тебе? А вот так-то видел? А вот это видел? Наконец настал тот час, когда я снова увидел вас. Меня только этот тарабанит. Но он меня тарабанит без слов. Я могу просто стоять, он меня будет тарабанить. Он не против, чтоб я его тарабанил. Он вообще на любой меч готов насадиться. Оп. Блять. А как? А кто? А как я все? А я закончился. И не понял, как закончился. Ты хочешь, чтобы я играл за Императора с мечом Думгая в черной раскраске? Без проблем вообще. Да как нихер. Ну все, расстрел получается. Красиво. По-моему, не я тут Император. Вот это главный тут Dungeon Master. Заходим. Началось, бля. Началось, бляха. Ты посмотри на этот левел. А вы тут шпёхаетесь. Сейчас нас будут шпёхать. Хотя вы подготавливаетесь, чтобы ответить им ответным шпёхом. Но там шпёхатели уже профессиональные. В общем, огонь. Открываем огонь. Если они до сюда дойдут, будет невесело. Только половину прошли. Но мы проходим без тимревьюса до 50-го левела. Нам всем нельзя умирать. Ребята. Ребята, готовьте струи! Навоняли, молодцы, навоняли хорошо. Как я люблю свою команду за то, что она умеет вонять. Мой батя после дошиков воняет сильнее. Ребята, окститесь. Говорю вам, серьезно. Сейчас копье буду протыкать ваши чайники. Понятно? Без регистрации, ММДМС. Все хорошо. Как хорошо, что копье прокачал. Оно так хорошо работает. Сколько я сказал раз слово хорошо? Считает кто-нибудь? Да догори. Догорел пожар любви. Моей. Да все, воняем, воняем. Хорошо, работаем, давай. Воняем, работаем, воняем и работаем. Прям как начальники чьи-нибудь. Ну скачай эмулятор как у других и сыграй с нами, у кого нет компов. Прикинь, какие пальцы сейчас накачает. Об мою задницу. Этот стену долбит. Как же ему нравится. Он как любой младший брат до 3 лет. Просто долбит стену. Ты такой сначала, можно я построю... О, безумие, кстати. Welcome, нах. Ты такой сначала, можно построить железную дорогу всему до вашей страны, а потом скажешь, у нас есть Дора, которая едет только по железным путям. Сука, мы построили к вам железную дорогу. И это был коварный план! Только не чайник, только не кумпол! Это было страшно. Моменты интимной близости с роботами? Извиняйте, но я ваши комменты не буду делать. Куда, блядь? Все. Хорош. Погнали работать нормально. Ну что это, блядь? Ну. Да, блядь. Все, задолбал. Используй читы. Да даже Богоюз не работает. Вот это работа мечты. Все бы отдал за такую работу. Хотел бы вот этого напнуть за компанию. Но Friendly Fire нету, к сожалению. Я не знаю, куда-то стреляю, что-то делаю. Где-то надоедаю. Где-то что-то мучу. Да успокойся. Да не надо тебе оно. Да не надо. Вот почему эти Марк Пятые полное ничтожество по сравнению с тем Марк Пятым, с которым я сражался на карте. Его же невозможно было убить. Вот эти разлетаются, я даже не думаю. С тем я тактики применял как против сражения с реальным игроком. И все равно он меня ушатал. Нельзя использовать пинок 19, 20, 37 кликов в секунду. Охренеть, я мощный. 45. 58. 53. 60. Ну это достижение вибратор просто максимальный. Причем я и так уже достижение вибратор выполнил. Если смотреть без видео. Это да. Тут динозавр дышит. Смердит, воняет, поросячит. Я его выключил на время. Тихо. Хорошо. Замечательно. Превосходно. Восхитительно. Умопомрачительно. Гениально. Бесподобно. Видали? Даже материться не пришлось. Ай, блин. Как же опасно здесь. Как опасно здесь, я серьезно отвечаю. На серьезе полном. На конкрет... Я не хочу с ними разговаривать. Ты посмотри на них. Ты посмотри, сука, пачку чипсов в школе открываешь, такая же хуйня начинается. Но это опять как это падла.
Я серьезно говорю, за них иногда вселяется разработчик. Вот что он делал? Что ты делал? Зачем тебе оно? Почему ты подошел к роботу и надеялся с ним на дружеские отношения? Вы долго будете играть в клон дрон? Ну сейчас доходим до 50-го и все. У нас челлендж, не покупайте мне. Ой, твоя попочка вообще возбуждает. Я этого не видел. Ну вот лечу я над лавой с пинком, да? В какой-то момент заканчивает джетпак. Что происходит, да? Вот что тогда происходит? Ты не сказал об этом. Ты, сука, как сотрудники Сбербанка, которые тебе звонят. Ты такой, ну, введите пин-код вашей карты, потому что на ней это мошенники. Введите пин-код. А что потом, бляха? А что потом? А потом все твои 4 рублей, которые были у тебя на счету, списываются. И вот тебе уже не на что жить. Самая душевая насадка, которую регулируешь. И вот она только в одном месте нормальная. Если чуть-чуть влево, она, сука, ледяная. Ты замораживаешься просто сразу же, кристаллизуешься, как креосон. Чуть правее, ты уже сгорел к херам, сука. Как будто на джетпаке в лаве летел, летел и пиздец. Ну чё? Раз, два, три, четыре, пять. Всех убил! Сука, последний! А, нет, последнего тоже. А то перфекционизм во мне бы сейчас просто умер. Сейчас будет выстрел Леголаса. Вы готовы к этому муву? Смотри. На! Сейчас будет еще один такой же. Че он там спрятался? Он думает, они не запрыгнут к нему? Я хочу его обрадовать, сейчас они его там отпылесосят. Он там в чате что-то пишет, думает, что он в безопасности. Нихера вообще. Смотри, уже к нему прилетел. Смотри, смотри. Че, думал, они тебя там не достанут, а? Да-да, я помогу. Они тебя из-под земли достанут, я тебе серьезно говорю. Это дотошные черти. Да посмотри, что делается-то. Баба за рулем. Все. Нет, дай ему убить меня. Я хочу смерти. На какого ужасного человека ты нарвался? Дай ему меня убить. Все, это конец. Это конец. Я не думал, что я когда-нибудь буду играть с подписчиками на 50 левеле и мечтать о смерти. Я вообще не мог представить. Год назад я таком даже во сне придумать не мог. Представить. Что несу, блядь. Заткните мне кто-нибудь пасть нахер.